Друзья, всех приветствуем! Сегодня мы с вами приготовим рулетик из лаваша. Традиционное такое блюдо-закуска. Для этого нам понадобится лаваш тонкий, крабовые палочки, яйца, чеснок, сыр, майонез и зелень. Порезали крабовые палочки. В другую тарелку мы потрем яйца, сыр, зелень, выдавим чеснок и все перемешаем с майонезом. Первый слой майонез. И раскладываем крабовые палочки. Все равномерно распределили. Выкладываем второй слой лаваша. На второй слой мы выкладываем смесь из яиц, сыра, зелени и чеснока. Также равномерно все распределяем. Все распределили равномерно на второй слой. И теперь будем закручивать наш рулет. Будем стараться делать это поплотнее. Рулетик закрутили. Я его закручиваю еще в полиэтилен и убираю в холодильник как минимум на 6 часов. Обычно я делаю с вечера, а на следующий день уже можно разрезать и кушать, чтобы он пропитался. Получается очень вкусно, сытно и просто.